Стоп, 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 стоп. Так, дорогие друзья, как меня слышно? Кто мне даст ответ? Ага, Олег запустил, видно, слышно. Спасибо, Олег. Мне помогают Олег и Алексей сегодня. Благодарности. Я кое-что начну сегодняшний вебинар с нескольких таких как бы... Несколько, спасибо за ответ, друзья, с нескольких вступлений. Во-первых, сообщу вам, сообщить в первых строках своего выступления, что, наконец, и я словил, значит, процесс ковида. Я являюсь положительным теперь со второй попытки тестирования. У меня супруга заболела, и я, скорее всего, значит, пошел по ее стопам. Теперь у нас в семье согласие. Мне затестировали второй раз. У меня начался период 21-го. Отсчет 10 дней. Я нахожусь в глубоком карантине. Не имею права из дома даже выходить. Вот. Но, тем не менее, процесс идет. Скажем так, по крайней мере, мне ломка прошла. Я себя чувствую значительно лучше. Даст Бог, все дальше так и пойдет. Все от себя зависит. От установок. Это первое. Второе. Как говорится, нет ничего. На все промысел Божий. Второе. Олег сегодня... Поправляюсь, спасибо. Значит, я вырабатываю антитела, друзья. Значит, я хочу еще сказать следующее, что... Не случайно, видать, Олег поставил сегодня такие забавные... Как забавные? Хорошие, душевные, сердечные песни... видеозаставки для поднятия весеннего духа нашего. Ведь смотрите, это одна, по-моему, была с 17-го года, одним словом, много лет назад уже созданы песни и видеоряды. Причем неплохо сделанные. Но и там, значит, это работа наших бывших коллег. Они вложили, и эта площадка внесла свой, ну, скажем, достаточно мощный вклад в развитие Skyway. Это площадка SWIG, вот, возглавлявшаяся в свое время Андреем Ховратовым, его командой. Вот, значит, и тут ничего такого нет. Но надо всем понимать, что в какой-то момент пути расходятся, и у Ховратова сейчас свой бизнес, это надо понимать. Вот, и не путать... и не поддаваться, не смещать фокус на информацию, которая в интернете бродит. Я сегодня не планировал комментировать. На вьетнамском вебинаре я кое-что об этом говорил. Если кому интересно, можете посмотреть ролик вьетнамского вебинара. Но это не было задачей моей сегодняшней. Такой мелкая, значит, ремарка в начале вебинара. О чем я хотел бы с вами сегодня поговорить, друзья. Вопросы. Значит, поступил такой комплексный вопрос. Он был в одном из чатов. Я его оттуда полностью вытащил. Значит, интересует ответ на вопрос, который в последнее время все чаще стал звучать от крупных сетевиков. Серьезно, друзья, от этого зависит сетевики, скажем так, все время они являлись, ну, как бы ядром становления процесса кредитования проекта. Вот, и поэтому я отвечу. Есть ли смысл развивать структуру в фонде Skyway Capital, Skyworld Community, теперь уже, я тоже тут уже поехал, когда по окончанию этих этапов финансирования она станет ненужной. Друзья, не для того создавалась площадка, чтобы она в какой-то момент превратилась в заброшенный всеми как бы среду. Она совершенствуется, готовится очень, идут большие работы, внутри работы, команда формируется, укрепляется, сформирована, скажем так, базовая концепция развития Skyworld Community на дальнейшее. И, скажем так, смотрите, ведь я просто покажу одну картинку вам сейчас, которую я уже показывал. На ней очень хорошо видно, что будет, скажем так, как будет работать Global Transport Investment, Eurasian Rail Skyway Systems Holding,
распределение здесь. Я на дивидендах, где вот показывал дивиденд, откуда ноги растут у дивидендов. Из доходов с Skyway Global токенов, доходы от годовой прибыли на доходы от всех проектов, адресных проектов, которые будут работать, доходы от развития, от проектов развития. А кто будет их формировать? Как правило, до 80% прибыли годовой направляется на развитие, проекты развития технологии под знаком Skyway или Unisky String Technology. Но это до 80%. Дело в том, что появляется мощнейшая возможность софинансирования акционеров ERSS Holding. Всех. И фонда этого в том числе. Royal Capital Group Fund. Понимаете? И это работает на расширение базы. То есть доходы. В какой-то момент доходы от проектов развития, они являются мощнейшим подпиткой вот этого главного дохода от всех проектов, адресных проектов. Если этого не будет, поток иссохнет, друзья. И там есть еще вопросы, где задано, а я потом прокомментирую. То есть вот, вот где. И ради этого стоит очень сильно работать, друзья. Понимаете? И потому, как работать? Есть ли смысл? Конечно, есть. Будет ли дальнейшее взаимодействие, ну, скажем, Skyworld Community со структурами созданными? Естественно, все возможности будут сделаны предложения. Сейчас взвешиваются варианты. Преждевременно их мы не выносим. Правление не выносит этого пока на обсуждение, потому что сначала будет стоп-экспертом, и дальше получит все свое как бы движение в массы народные. Будет ли новое направление от Skyway? Ну, значит, от всей группы, я так понимаю, что Skyworld Community или самостоятельной инициации. Важно здесь слово «самостоятельная инициация», чтобы структура находилась в работе. Естественно, будут. То есть в данной ситуации одно дело, значит, только связанное со финансированием проекта развития Skyway, но дело-то в том, что будут и другие предложения, друзья, они готовятся. Я не исключаю сегодня, я не исключал это год, два, три назад, даже четыре года назад, я не исключал того, что будут, и, скорее всего, это время уже недалеко, я потом буду говорить про 14-15, фокус нельзя смещать, понимаете? Подготавливается база для работы с отдельными проектами, которые являются сопутствующими или вытекающими из, скажем, проектов, адресных проектов, или же их поддерживающие. Там целый ряд таких вариантов, я не буду сейчас здесь спекулировать этим. Будет ли оно? Будут. Однозначно будет. Еще раз поясните, от чего зависит переход с 14 на 15 этап и завершение этого проекта. Наконец, выход на IPO. Друзья, повторяю, в прошлый раз я об этом говорил. 14 этап. Ключевое слово «высокоскоростной». Продолжение работ с заказчиками, оборудование, комплектующих, узлов, агрегатов идет. 14 этап. Второе – это масса, опытная промышленность, подготовка, завершение создания тестового комплекса высокоскоростной Skyway системы. Я потом там прокомментирую это более подробно. Работы ведутся. Продолжаются работы по созданию научных... То есть пока это все с высокоскоростной не будет сделано, подготовлено, нет возможности перехода на 15. А 15 этап – это практически адресные проекты. Они сейчас вводятся уже по адресным проектам. Видите, 14-4. И, скажем так, полностью завершение 15 этап – это завершение адресных, вывод технологии высокоскоростного транспорта на сертификацию получения возможности реализации конкретных проектов, уже адресных проектов высокоскоростного транспорта. Все, вот 14 этап заканчивается. И поэтому недавно, скажем так, была беседа с генеральным конструктором управления, совещания у нас было, и он сказал однозначно, говорит, друзья, вот это однозначно, смотрите бизнес-план, там все сказано. Вот я вам и показываю бизнес-план. Что касается ответа вот на этот вопрос. Теперь Денис задает вопрос.
Как продвигаются дела во Вьетнаме? Там разрешили ситуацию по репутации компании? Вы знаете, я отвечу на этот вопрос. Значит, конечно, естественно, там это, как решить эту задачу? Репутация расширяется. Там инвесторы и активные топ-эксперты, они создают свои каналы передачи информации. Значит, ячейка создана при ассоциации творческих работников Вьетнама. То есть одно дело, самое главное не бороться с теми, кто что-то по каким-то причинам. Кто помнит, я об этом говорил, почему появилась там такая как бы репутация и от кого она зависела. Это было все как раз свиговские заморочки там во Вьетнаме, потому что все отклонения были показаны в телевидении только с которые были с той стороны, к сожалению. Понимаете? Ну, ничего, значит, пошагово, скажем так, были отосланы письма, получили там, скажем так, неофициальные ответы. Готовится целый ряд мероприятий, о которых я сейчас не уполномочен вам говорить. Когда наступит время, узнаете. Но могу сказать следующее, что готовится и достаточно уже в успешную фазу вступила, потому что никак не получить визу было во Вьетнам. Вот сейчас благодаря вьетнамским нашим коллегам получено разрешение на оформление визы. И по всей вероятности в конце апреля все-таки состоится визит, как визит, не визит, а рабочая поездка Франческо Солара и вашего покорного слуги в Ханой и во Вьетнам. Я не исключаю, что придется побывать и в Хошимин в связи с крупным там возможным проектом Happy Land. Как продвигается? А возможно геймификация некоторых процессов, геймификация, то есть ну, игровые варианты некоторых процессов для молодежи. Об этом когда-то как тренажер для будущих инженеров, специалистов в компанию. Как... Да, вы знаете, это об этом речь идет, но ресурса и времени на этого нет, на это пока нету. Это все в комплексе ячейки, которая будет охватывать, и она параллельно ведется, но она сейчас не примарная и не самое главное, обучение кадров, привлечение кадров и так далее. Естественно, чтобы создать, ведь кадры решают все, это из века в век так, ну, как бы ясно. Вот, поэтому, естественно, это будет. Там жесткий отбор, да, конечно, специалистов в компанию, скажем так, где-то проскочила информация, кто-то где-то задавал вопрос, и кто-то из ЗАО, Unisky String Technology, ЗАО струнных технологий, отвечал, что сейчас там, скажем, где-то примерно 20% обновился персонал, причем только в сторону улучшения, то есть более квалифицированный. Даже генеральный конструктор утверждает и утвердил, что уже мы, то есть наш проект, вошли специалисты, которые намного сильнее КАМАЗа, БелАЗа и других существующих грандиозных или мощных государственных структур. Поэтому команда очень сильная. И можно сказать так, ну, навскидку я могу сказать, что, скорее всего, 600 где-то человек таких стабильных проектировщиков и 400 человек в производстве. То есть более-менее баланс сохраняется около 1000 работников. Это очень серьезное дело, несмотря на то, что в процесс вот как раз год мы уже глубоко в ковидных разных заморочках, вот, но процесс идет, и он не останавливается, а наоборот, как бы становится более качественным. Это радует. Вот отвечая на этот вопрос, Жанна, мне 75 лет, могу ли я рассчитывать на то, чтобы у меня компания выкупила мои доли акций, как это уже было в прошлом году? Рассчитывайте, да, можно, но я связываю это, я уже неоднократно об этом говорил, не буду сейчас никакой конкретики говорить, а предлагаю просто ориентироваться на информацию, быть в курсе. Я это связываю в первую очередь с запуском варианта
скажем, связанного с Skyway Global Token и с крипторешениями, то есть с решениями блокчейн-платформы, потому что я о ней тоже потом в конце скажу, когда буду обобщение кое-какие делать. Вот, потому что денег-то откуда взять, это самое, знаете, как песни поется, Зина, деньги где, в тумбочке, то есть их надо заработать. И единственный источник, из которого можно будет заработать деньги для каких-то вот таких движений, естественно, он в том процессе. Поэтому ждите, будет заранее объявлено, естественно, что-то будет, потому что обещано, но его надо немножко подождать. Не 3 года, но сколько-то надо подождать. Поэтому надежда есть. Так, дальше. Так, это я показал, Вот еще, значит, что я хотел вам сказать по поводу вот вопрос для крупных сетевиков и нужна ли будет команда дальше. Смотрите, дорогие друзья, ведь это касается и созданных уже команд, это касается и тех, кто как бы хочет войти и закрепиться в бизнесе. Какая сегодня тенденция? Я полагаю, что большинство из слушателей, которые сегодня у нас здесь на вебинаре, будут меня слушать потом в записи, ну, уже со стажем. Со стажем 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 года. Поэтому я к одному обращался, он говорит, ну да, ну сколько я уже проинвестировал. Но когда я задал вопрос, значит, что жизненный признак инвестора-предпринимателя или, ну, хочешь ты, значит, быть ключевым в процессе, ключевым инвестором-предпринимателем. Что это дает, это отдельный вопрос. Я когда-то это показывал, друзья, 24 августа 2017 года. Это актуально и сегодня. Но здесь комплекс, когда там говорилось о том, что надо делать, сегодня важно. Для меня, для вас, для любого из нас, кто мы в этом проекте, обеспечиваем его, мы это самое, его поддерживаем, стучим себя в грудь, поем песни, пишем песни где-то, их еще много больше сейчас уже есть, что обеспечил ли ты приглашение, я себе тоже этот вопрос задаю, на 5 инвесторов, на 10 инвесторов, на 20, не обязательно самому, не хочешь уже, считаешь, что у тебя предел там 1 000 000 акций, этих самых, или долей, которые у тебя там записаны, 20 миллионов, 30 миллионов, Бога ради. Но вот здесь, пожалуйста, работы уйма. И что ты можешь делать? Ты потихонечку можешь прикупать пакеты, можешь как бы участвовать в инвестициях, можешь и зарабатывать здесь, друзья. Но для этого, во-первых, надо следить за этим, планировать количество личных инвестиционных программ, сколько ты книг развиваешься ли ты или нет. Я себе постоянно задаю вопрос, сколько страниц книги ты прочитал, какую ты книгу, какие ты книги читаешь. Вот я опять начал смотреть книгу Джима Дорнана. Просто, но не очевидно. 10 вещей, которые я знаю сейчас и которые мне стоило знать раньше, он пишет. Вот, у меня здесь уже пометок масса. Я опять начал читать, она... С 2015 года, с 2016 года у меня. Я постоянно к ней обращаюсь. И в ближайшее время я с вами тоже на эту тему буду говорить. Но это не моя тема разговора. И больше всего об этом будут говорить мои коллеги. Но тем не менее вам это напоминаю. Вот, прослушал 1-2 вебинара в неделю или неважно там. Старые вебинары полезно слушать. Там, хоть и, скажем так... В любом выступлении есть 20%, которые дают 80% эффекта, друзья. Провел сколько встреч, презентаций, технологий, маркетинга. Вот, обеспечил. Тогда только обеспечишь эти 5, 10, да 2, да хотя бы одну инвестицию в неделю или хотя бы одну в месяц. И то ты уже, скажем так, свой вклад вложил. А что иначе ходить, стучать? Я за зеленое, я за проект, я там готов разбиться. Сегодня нельзя ходить. Брать за пуговицу не везде. Это ограничено есть. Дигитальное интернет-пространство, пожалуйста, совершенствуйтесь. Все это ближайшее и дальнейшее наше будущее. Надо уметь работать в этом пространстве. Участвовал в семинарах, участвовал в форуме раньше, экофесте, да.
пригласил и привез на этот форум. Если будет, может быть, будет этим летом. Я не исключаю. Вот недавно, вот буквально сегодня мне коллега звонил, он едет сейчас на машине из Беларуси. Если надо, туда можно приехать. Диги-форумы, то есть опять новые форматы. Конечно, хорошо поехать, поесть там каши на экофесте, но нет такой возможности. Сварил себе кашу, сел перед этим самым экраном, смотришь, что происходит в дигитальном пространстве. Уже что-то аналогичное было в этом году, друзья. Понимаете? То есть приглашенных на презентацию, увеличение цели на месяц установлено. Вот, работайте. Кто? Это все для этого сообщества в первую очередь и во вторую очередь для всех, для нас, кто не сильный там сетевик, а просто, значит, инвестор-предприниматель в каком-то смысле или квалифицируется как инвестор. Теперь следующие, дорогие друзья, вопросы. Идем дальше по вопросам. Глеб задает. Какие прогнозы, что в ближайшие 5-10 лет будет удивительный скачок и спрос на нашу технологию и начнется массовое строительство по всему миру? Ну, Глеб, естественно, вы исходите из того, что написано в бизнес-плане, это дальше вы пишете, как и написано в бизнес-плане, чтобы цена акций стала доходной, ну, не доходной, а прибыльной, скажем так. Помню, что в бизнес-плане это 40% всех дорог по всему. Нет, это так называемая оценка. До 40%, скажем так, необходимости развития транспортных сетей. 40% по миру. Но к этому надо прийти. И поэтому уже начиная с первых, я там дальше буду говорить, первых проектов, этот процесс и доходность уже сразу будет, понимаете? Не обязательно 40% освоить сразу, это же не сразу делается. На это потребуется, там, по-моему, я не помню, сколько там в бизнес-плане, но там, кажется, до 50-го года или до 40-го года. Перспектива, это мощная перспектива. Я думаю, она будет достигнута раньше. Хотя некоторые эксперты сегодня говорят, что да, ну вот нужно ли, так ли уже актуально это, значит, струнные технологии над землей, что тут появляются гравилеты, гравицапы и так далее. Еще им надо появиться. У всего, скажем так, у каждого рождающегося ребенка есть свой определенный инкубационный период, друзья. В любой сфере, касается это биоорганизма, какого-то механизма другого, технологического механизма или еще чего-то другого. Понимаете? Поэтому это все не так просто. И, скажем, задел у нас в бизнес-плане заложенный достаточно, скажем, правдоподобный и рациональный. Поэтому, скажем так, когда-то говорили, что о, там вот у нас эти самые железные дороги, они уже 200 лет существуют почти, понимаете? Так что ничего страшного. Еще здесь есть задел, есть очень много там, из каждой дырки в каждую дырку на гравилете не будешь. Или наоборот, у каждого транспорта есть своя ниша. Наш транспорт, его основная ниша, это, скажем так, сеть Transnet, то есть создание за счет введения трасс на базе технологии Unisky String Technology, оно является подспорьем, базой, платформой для создания сети. Понимаете? Из точки в точку по разным, то есть и чтобы она была бы максимально умная, эта система. Вот в чем вопрос. А это возможно только на базе нашей технологии. Вот в чем вопрос. Всех дорогих. Именно тогда и будет рентабельность дохода. Нет, не только тогда. Уже в процессе. Я на это ответил тоже. Давид, когда будет, это было написано несколько иначе, я немножко сузил. Когда будет проводиться тендер? Давид, вы что? Хотите инсайдерскую информацию на проект грузовой трассы от порта до Шаржи? 130 километров, как наша перспектива выиграть его. Очень великий, я скажу прямо. Но когда будет тендер, скажем так, давайте прикинем, значит, в чем наши перспективы. Посмотрите преимущества. Да? Откройте, Давид, какие преимущества нашего транспорта. И теперь представьте, как бы вы делали тендер, когда вы хотите, чтобы, ну, скажем, хорошее предложение пришло.
Что делается? Во-первых, показатели, что предлагается. Во-вторых, способность это построить и показать, что это где-то уже действует. Вот к чему сейчас надо стремиться. И это все в шарже делается сейчас. Вот и все. Поэтому наши перспективы достаточно высоки. А объявляться он будет, я не знаю, когда там администрация госпоставку объявит. Зачем мы инвестируем в экотехнопарк, а не сразу какой-нибудь проект трассы? Вы знаете, ведь это у эстонцев такое высказывание, то ли нос, то ли хвост, и то ли все тело. Значит, вопрос в том, что если нет тела, то и нет хвоста, и нет носа, клюва у птицы. Поэтому нет технологии. Вы помните, мы говорили с вами, в чем состоит проект или что суть этого проекта. Три единства. Экотехнопарк для того, чтобы технология акцептировалась или была, скажем, она на бумаге, и вот теперь она есть, она существует, она показала, что она выполняет все критерии, это зафиксировано, актировано и так далее, то есть сертифицировано. И только после этого можно переходить к адресным проектам. Конечно, ряд адресных проектов будет иметь элементы сертификации, но база должна быть готова. Поэтому у нас база готова. Что готово? Городской транспорт, грузовой частично. Остался только то, чего у нас, кстати, не было в бизнес-плане. Это Unicon, то есть контейнерные перевозки. Это отдельная история. Понимаете? Это все добавилось. У нас много что, скажем, приплыло, приблудило к нам, пока мы идем по пустыне, понимаете, с проектом со своим, как тот Моисей. Но тем не менее, дорогие друзья, зачем, вот почему инвестируем. А проект раз это одно, не исключает другое, но является исходным условием. Понятно. Что с адресом, как нам подготавливаться, как поучаствовать и когда? Вот, друзья. Здесь поучаствуем, будут объявлены возможности, когда поучаствовать, когда адресные проекты будут, нужно будет. Что такое участие в адресных проектах? Вот, пожалуйста, ведь было сказано, что Skyway Global Token платформа, она создана для того, чтобы именно начинать работать. Но я потом прокомментирую, что по этому поводу я сегодня пришел к какому выводу, потому что никто толком ответить не может, приходится делать выводы. И я с ними поделюсь по этому поводу, когда оттуда выяснится. Анжела, приобрела доли через фонд RSV Capital, логин разный при входе в фонды. Ну, естественно, что сделать, чтобы в одной выписке из реестра отражалось все доли, приобретенные через разные фонды? Уважаемая Анжела, я задаю вопрос, вы что, каждый день или каждую неделю, что ли, делаете эти выписки? Зачем? Вы это сделали, вы зафиксировали, вы в реестре. Неважно, значит, я сегодня не берусь вам утверждать, но я не успел проверить. У меня тоже есть несколько, я уже один раз отвечал, но не мог я сегодня найти этот ответ. Вот. Но я уверен, что все равно в реестре-то вы в одном, и поэтому выписка у вас должна быть общая, комплексная. Но главное не это. Сделайте один экземпляр, даже если они у вас есть в том, выписок в электронном виде, зафиксируйте, но продублируйте его обязательно в распечатанном виде, варианте, и положите к себе в архивчик куда-нибудь. Неважно куда, но главное, чтобы вы запомнили, где он у вас. Потому что вы же не все время меняете. Каждый раз доросло у вас, снова сделали распечатку. То есть по состоянию на какое-то число. Ведь я смотрел, у меня только прибавляется то, что я инвестирую постоянно. У меня постоянно что-то в инвестировании. Понимаете, потихонечку наращиваю все время себя. Вот. И поэтому только то, что прирастает. Остальное как есть, так и есть. Как оно было там, все, что до 2020 года, ну, оно и все есть до 2020 года. Что там 10 раз его распечатывать? Один раз распечатал, положил. Сделал копию, положил в папку архива. Все. Поэтому это очень важно. Почему папку архива? Я не знаю сегодня, что может с электронными носителями произойти. Какая-то хопс,
И что? Ой, ай, ой, что у меня там? А у меня там было. А пошел, а уже нету тут ничего в телевизоре. Понимаете? Поэтому, друзья, не профукайте это дело. Все возможно. Вы знаете, что сегодня творилось в интернет-пространстве? Сбои, постоянные сбои. И неизвестно откуда. Валерий, как в вопросах развития технологий проявляет себя Россия? Хороший вопрос. Есть ли какой-либо практический интерес с ее стороны? Очень большой интерес есть, сейчас скажу. Если да, то какие регионы РФ наиболее активны? Известны ли вам какие-нибудь конкретные планы? Вы знаете, дорогие друзья, да никакие регионы сами не активны. Активны те, кого за, скажем так, за пуговицу крутишь или дергаешь. И кому даешь информацию, кого ты как бы активируешь. Активировать надо правильно. И поэтому могу только сказать, что здесь, скажем так, северо-западный регион России, он активен, с ним работаем. Ну и со временем будет слышно, что и как. А интерес есть. Задают вопросы, но, скажем так, потом нужен именно квалифицированный подход к этому делу. Вот. И я так думаю, что в России большой потенциал, и вопрос очень правомерный, Валерий. Я с вами абсолютно согласен. Я, скажем так, не уполномочен здесь сейчас много чего заявлять, но могу сказать, что в этом направлении работа ведется по нескольким каналам. В первую очередь со стороны Unity String Technology, в другую очередь со стороны, значит, партнеров, которые работают с SkyWorld Community. Конкретные планы известны, но я не имею права о них сейчас говорить. Эркин, сколько тонны контейнера сейчас катается подвешенный к Юниконту в шарже? Эркин, уважаемый, что главное для нас? Как вы думаете? Для нас важное в перевозке контейнера контейнер или контейнеровоз? Как вы думаете? Для нас важно контейнеровоз. Вот это мощнейшая современная технологическая и техническая разработка. Вот я бы на вашем месте, я сейчас скажу почему, обратил внимание на то, что там катает этот контейнер. То, что этот контейнер, скажем так, по габаритам, он подведен под габариты трассы. Вот. Ну, такая необходимость. Пока строится другая трасса, это надо делать. И отрабатывается контейнеровоз, а не контейнер. Фокус перенесите в правильное место. И тогда не нужно задавать вопрос. А там до 30 тонн будет. Так что все в свое время. Трасса будет соответствующая, будет соответствующие тонны. Сегодня важно, что контейнеровоз есть. Понимаете? Он должен показывать нагрузки, на нем будут эти нагрузки там, где это нужно. Понимаете? Сегодня отрабатывается контейнеровоз. Так, по вопросам, да? Теперь, дорогие друзья, еще есть время, я остановлюсь на лекции об общении, которое я вам обещал, и на пояснениях. Так? Да. Смотрите. О чем я бы хотел с вами поговорить, вот исходя из этих вопросов, из всей этой тематики. Выписки не соответствуют количеству доли компании SkyWay, а не акции, как в договоре между партнерами. Почему, Эльдар, что не соответствует? Так, что там за вопросы еще раз? Вы правы, выписка общая по всем фондам, все в одной выписке, все акции. Ну вот, правильно, Виталий, я тоже почему-то так думаю. У меня в фонде РСВ отображаются все доли, включая СВЦ. Да, правильно, Борис. Да, выписки не соответствуют количеству доли компании SkyWay. Нет такой компании SkyWay, или вы имеете в виду SkyWorld Community, а не акции, как договоре между партнерами. Разберитесь, уважаемый Эльдар, что-то вы там недопонимаете. Значит, смотрите, насколько проектов... я хотел до вас донести следующее, что на сегодняшний день я так оцениваю. Я уже говорил по-разному, но, понимаете, вот для
поддержание нашей иммунной системы инвестора-кредитора – это очень важно. Одна, а в кабине другие. Ну, надо разбираться. Задайте в техподдержку вопрос. Значит, насколько несколько проектов на стадии подписания на Ближнем Востоке, можно так сказать. Я считаю, что это так. Вот, по разным каналам идет информация. И ряд проектов в Объединенные Арабские Эмираты. Информация сжатая. Только после подписания можно будет, скажем так, об этом точно узнать. Но факт в том, что можно насчитать на руке одно. Это ближайшая перспектива абсолютно. Вот. По разным там, когда какие поставки объявлены, когда что. Вот такова информация. И нам не важно, значит, конкретно вот там, вот оттуда до туда, узнаете, когда будет подписано. Поэтому мы уже нахлебались того, что это не стоит делать. Это значит, что возможны авансовые поступления. Вот это первое, это значит то, что поступление. Если это позволят условия контракта, исходя из результатов конкурсов на конкретную госпоставку. Понимаете? Если такое будет в этом контракте, то мы будем знать, что будет авансовый платеж. Заранее кричать, что вот у нас там 20, 15 километров, опа, отсюда такой платеж, нет. Будет, скажем так, будет возможность, и госпоставка позволит это опубликовать, будет объявлено. Нет, просто будем знать, что есть откуда-то источник доходов авансовыми поступлениями. Все. А из какого проекта, неизвестно. Это будет бухгалтерская информация в крайнем случае. Значит, получена значительная часть согласования на землеотвод. Вот, что нам очень важно. Под тестовую трассу высокоскоростного транспорта в Республике Беларусь. Идет процесс подготовки необходимых указов. Потому что, по всей вероятности, там дело связано с тем, что это государственная транспортная земля вдоль трассы, уже существующая, не помню, как Р-68, по-моему, была. Вот. И это только в Республике Беларусь, по-моему, это только решением или указом, президентским указом утверждается. Но должны быть определенные согласования завершены. Но большая часть из них, как я знаю, уже осуществлена. Так что это тоже не за горами, друзья. Поэтому вот, скажем так, близится подготовка, ну, скажем, чтобы этап 14 свершился. Вот. Наряду с развитием опытно-презентационных площадок, вот что очень важная информация, друзья, значит, площадок в Республике Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов, в Unisky String Technologies разработана концепция, она пока не для публикации, но нам надо знать, мы значит, сподвижники, мы сообщество, которое ведет, поддерживает этот проект, и нам это очень важно, друзья. Развитие, обеспечивающее формирование транспорта индустриальной корпорации всемирной. Ну, всемирной, планетарной, неважно, международной, опирающейся на несколько новых платформ по развитию транспортных технологий. Зачем? Друзья, вот зачем. Видите, вот зачем. Значит, опирающиеся на транспортные технологии и их презентации. Ведется подготовка первой из них на территории одной из стран ЕС. Короче говоря, есть уже презентационные площадки в Республике Беларусь, Объединенных Арабских Эмиратах. И сейчас ведутся работы создания платформ. Чем они отличаются, концепции будет все четко сказано. Но платформа – это уже так называемая обеспечивающая транспортной индустрии корпорации. То есть она больше, там испытания будут более мощные, опирающиеся на несколько новых платформ. Опираясь, одна из них будет в Евросоюзе. Когда будет объявлено где, тогда мы будем знать, что там и как. Но это пока такая, скажем, призакрытая информация. Работы ведутся. Главное для нас – разработана концепция развития в этом направлении. И это уже очень важная информация. Это все вода на нашу мельницу. Замечание по поводу процессов затруднения. А, вот. Значит, я, смотрите, пятый пункт. Читайте, пока я тут говорю. Значит, важно то, что я стал думать, что, смотрите,
Что сейчас вообще происходит? Много об этом и достаточно подробно анализирует и рассказывает Алексей Суходоев, коллега, да? Но что я хочу еще раз вот выжимку сделать, что деятельность сегодня 95%, может 98% действующих блокчейн-платформ и вывод новых крипторешений, а в нашем случае это Skyway Global Token, как бы затруднены. Почему? Да потому, что те, кто не развили свою, скажем так, инфраструктуру клиентов, клиентскую базу, для них очень тяжело, и с тормозом является операция с переводом электронных денег фиатные, грубо говоря. Тут есть детали, я не буду в них опускаться. То есть перевод крипто, значит, криптовалюты или криптокарренси в фиатные деньги. То есть деньги, которые действуют на рынке распространенно. И обеспечение беспрепятственного расчета с поставщиками услуг. Понимаете? Потому что, ну хорошо, запустили мы сегодня платформу или завтра запустим. Я так думаю, что это самый большой камень преткновения у этих самых подрядчиков, которые эту платформу готовятся. И я бы, значит, будучи, скажем так, во главе Skyway Global Token этой платформы или компании, которая эту платформу ведет, очень сильно воздерживался бы от ввода опрометчивых шагов, что вот давайте завтра введем какой-то, значит, security token, там какой-то проект начнем, какое-то новое, значит, размещение сделаем. А набрали, предположим, набрали 60 миллионов, хопсти, за 3 дня или там за 20 миллионов за 2 дня. И что? Нам не воспользоваться ими сегодня. Это очень затруднено. Это настолько затруднено. И поэтому, вот, скорее всего, им приходится над этим работать. Потому что рассчитываться нам не где-то там на каком-то крипто, значит, или блокчейн-счету нужно иметь, или в каком-то кошельке, извините. Нам не в кошельке, нам нужно рассчитываться из этого кошелька. А это не так просто. Потому что должна быть система уже создана, ее надо запустить. И поэтому вот этот переходный, включающий переходный процесс, он очень затруднен. Поэтому здесь спешить нельзя. Лучше позже, но качественно и уже с четким решением. Или, по крайней мере, с какой-то... Вспомните, кто знает, как мы входили вообще в процесс инвестирования в 2015 году. И в 2015-2016 я помню, сколько было, значит, пота, крови и чего только не было, зубов съедено, пока мы нашли вот так называемую схему, по которой мы сейчас работаем. А тут вообще можно так споткнуться потом и не знаешь, где у тебя этот кошелек. Здесь заложена, видимо, причина задержки у нас. Я вот так вот, это мой вывод, я с ним делюсь с вами. Из последних выступлений официальных представителей можно заключить, что к условной обозначенной дате X... А, смотрите... Мой вывод, что задаются вопросы, когда Unibus, сколько, чего, Unicont. Я думаю, что это дата октябрь месяц. Мы к этому моменту увидим, значит, фактически так еще неизвестно, будет ли Экспо в этом году, понимаете? Вот, хотя уже объявлялось, что вот-вот-вот в октябре будет. Но у нас, в нашей, как бы, системе, Unitskill String Technology, вот это шаржи парка, что Unicont и Unibus на 25 мест, видимо, к этому периоду все-таки должны быть готовы, и они будут. И это очень важная информация для нас с вами, я ею с вами делюсь, друзья. И теперь, 6, так, на закуску быстро пройдусь еще раз. Где мы находимся? Что сегодня мешает созиданию и развитию человечества? Много разных вариантов. От этого зависит и то, как наш бизнес будет идти дальше. Он будет идти, и мы находимся, и мы должны это учитывать. Не продумано и отсутствует модель единения. Об этом мы говорили уже и раньше. Пока не установлена новая модель хозяйственная и период
в период посткапитализма, куда идти, товарищи, задается вопрос. Мы идем, но, вы понимаете, вот в нашем случае, что очень важно, я хочу, здесь можно поплакаться, тут много чего нету, но наша система нашего проекта, она вписывается в любое, скажем так, в любую модель, которая в конце концов сформируется. Единственное, что будут определенные трудности, только вот как я уже вам показывал, все, что связано с крипто, с блокчейн-платформой и с крипторешениями. Пока это, вот этот будет тормозить, будет бить по коленям, по ногам, по спине. Несоответствие уровня социально-экономического развития. Да, очень большое несоответствие, чтобы единение было. Политическое концептуальное противоречие. Мы не знаем, будет... Что с капитализмом? Все, посткапитализм, мы уже, скажем так, одной ногой там, а другую мы не знаем, куда поставить еще пока. Хотя кое-где есть варианты, как что делается. Или коммунизм, рыночная экономика, или социализм, плановое регулирование рынка социальных потребностей, или планетарный подход. Что-то абсолютно новое. Об этом тоже поговаривают умные люди, но вот что-то должно сформироваться в ближайшие годы. Наличие колоссальных запасов оружия массового поражения – это большой бич развитию человечества. Ходят, бряцают этим оружием, пытаются использовать модели, которые работали прошлые века. Все это исчерпано, это нельзя. И даст Бог, ума хватит не развязать, кроме холодной войны, какую-то другую. Но локальные войны есть, терроризм есть, информационная война идет мощнейшая. По всей этой самой, кто интересуется КОБ, то есть концепция общественной безопасности и другие теории, значит, пожалуйста, все работает на 100%. Неэффективность глобальных политических институтов от ООН, хотя кое-что они еще регулируют, но посткапитализм, все, что-то работает, что-то не срабатывает, бьет, мешает. Различие ресурсных баз национальных экономик. Взаимоисключающие, конфликтующие картины мира и идеологии. Энергетика углеводородная, как основа экономики, ведет к губительному природопользованию. На экономике сидят на этой игле. Вот. Да, есть подготовлено, не дают перейти на другие экономики. Но все, резинка натянута. И примитивность и расфокусированность массового сознания пока еще. Идут разные процессы, пытаются мешать, пытаются, значит, паразитировать на так называемой демократии, процессы развала и так далее. Но, тем не менее, все это есть, и это надо учитывать, друзья. Я смотрю, что я уже надоел вам. Можно зарегистрировать аккаунт на юрлицо и вперед лимиты космос. Да, как вариант, почему бы и нет, года нет налогов. Да, как вариант, можно, но это, видите, где. Туда надо еще прийти, это Россия. Первая в мире, биржа в мире, можно через нее официально вводить фиат. Можно, но вы знаете ее условия, уважаемый Борис Минск? Не знаете. Если знаете, объявите. И тогда узнаете, почему нельзя туда лезть. Нам нужно свою биржу, понимаете? А так мы будем кому-то работать там. Коллеги, задать вопросы в окно для вопросов. А, там есть окно? Нет, там вопросов. Ладно. Все, дорогие друзья, я завершаю сегодня. Желаю всем доброго здравия, понимания, осмысливания, дорогие друзья. Вот работы с этим, вот с этим главное. Ну, естественно, не забывайте нас, ваших покорных слуг, к вашим услугам. Желаю вам здравия. И себе тоже. Вот. И до скорых встреч. Строй скорей. Спасай планету. Спасибо.